Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гадиозер Монстроверс. Сегодня я продолжаю играть в растения против зомби. И лучше сразу выключить интернет. Чтобы не появлялась тупая реклама. Короче, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. Я вас очень прошу, пожалуйста, если вы не безжалостный и жадный шмот, то хотя поставьте лайк все равно. Я вас не обзываю, я просто вам говорю. А значит, что у нас? Вот, спадал. Так. Ну чё, адвенчур. И двойной горохострел. Ты будешь моим. Зомби-синдром. Обычное огородное дело. Сажаем подсолнухи. Они дают нам солнышки, радуются жизнью. Он сказал кам. Блин, нужно было сэкономить с картофельной миной. Не туда поставил. А, ладно. Так. И вот тот самый момент. Всё, теперь точно правильно. Молодец. Так, здесь у нас конусоголовая башка. На данном рубеже. Но мы еще быстренько с ним расправимся. Живчики. Ну, не... Так. Угу. Значит, вы мне говорите о этом, да? Он уверенно идет, знаете? Еще он лишится. Нет. Это. Так, пока что живуны, как их называют. Мухоловки чомперы. Кушают.
Наверное, вот так. И это первый раз, когда в этой всей игре пользуюсь орехами. Так, жри его. Ага. Значит, вы мне говорите это. Говорите то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дайте мне одно солнышко. Дайте! Все. Все. Кайфулички, кайфули. А стреляет двумя горохами в одно время. То есть очень плохо стрел, только он стреляет своими двумя горошинами. Играем. Начинаем. Ставим. В принципе, ребят, как-то так. И сколько они мне солнца наваляли. Манюня. То есть он как-то так стреляет. Все. Вот ты помер, дед Максим. Он одной сначала стрелял. Это вообще законно? Что идут слабаки. Пока что слабаки. Пока что, ребят, все нормально. Все нормально, все хорошо. Блин, у нас же прыгун еще, да? Блин, все-таки чумпер, так. Уже плохо. Здесь у нас идет все. Нет, по плану. Так. Так. Все нормально. Нормально. Живем, отдыхаем. Отдыхаем, загораем. Кто? Где идет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять горошин у нас летит. Конечно, не на одной клетке, ну ладно.
все. Так скажем, вот и помер дед Максим. Много горошин висит, много-много. Так, что у нас там? Так, ладно, в принципе, думаю, справимся. А чемпер нам на что? Ну, все равно поставим. Вообще записывается? Да, записывается. Хорошо. Так, чемпер наш кушает. Мне нужно 400 солнца. 450. И тогда будет все хорошо, да? И мы его сюда поставим, потому что здесь нет стен орехами. Все. Закончено. Привет. Короче, мы будем открывать твой дом. Твои любимые зомби. Так. И что у нас такое? Ага. Я уже начал уровень, потому что я перезашел в игру, и я не понимаю, что происходит. Просто мини-игра. Конвейер. Где появляются почти все растения из данной локации. Thank you.
Опа. А вот это еще как хорошо. Делаем все вот так, делаем это так и это так. Делаем это вот так. Делаем это так. Зомби с ведром не взорвался. Все у нас так. Колик вообще горошник. Здесь летит. Я буду тогда поступать вот таким вот образом. Так. Здесь у нас, значит, вот такое. Скажи арбуз. А твой папа крабуз. Так, страшно мне. Такой вот чел. Последняя волна. Гоу-гоу-гоу! Всё! Знаете? О, да, новая чипка. Ну, какие-то очень медленные. Всё. Гриб стреляет маленькими спорами. Да, ночь. Ну, это очень. Ребят, я вернусь, потому что, по идее, нам должен был открыться магазин, но у нас его нет. Ну, так что давайте я, да? Давайте. Ребят, пока я прохожу, смотрите на мое количество солнышек. Я пытаюсь ставить картофельные мины по красоте. Ребят, я мин картофельных по красоте расставил. И опять посмотрите на моё, да. Пошли, вон. И сюда. Мне дали только мешок монет. Ладно. Может, другой уровень нужно? Да? Я не знаю. Опачки. Ну, у нас, ребят, должен был открыться. Просто должен.
Отлично. Так. Опа. Кто и откуда пришел? Правильно, зомби с самой нижней дорожки. Пуф-грибы это... они жесткие, реально. У них быстрая перезарядка, урон как у горохострела. Стоят они ноль солнышек. Правда, здоровья не очень много. Хотя нет, нормально. И они не издалека стреляют. Где-то, если зомби подойдет на третью клетку перед ними, то они заглядятся только на зомбика. Вот такие вот у нас лепенькие грибы. Все отлично. Сейчас еще другие начнут стрелять. Во. Отлично. А вот это уже, знаете, не очень. Во второй части он вообще очень жесткий. Так. Отлично. Да чё его туда манит? Этого деда. Так, он съел мой гриб. Ночью где-то... Конечно, какнет еще как. В принципе, справляемся. На изи так. Первая и последняя волна у нас. А вы офигели? Нет, я снимаю такое. Ну, ребят, ну это не... Что? Что? Мне монеты дали. Нет. Я просто интерик включил. Короче, ночной уровень. Погнали. Мы это делаем так и сразу же делаем вот так. Да, это немало. Так, дальше. Сум-сум. Главное, что хоть что-то дают. Нужно было сначала пацанов ставить все равно.
Это мы ставим чудо сюда. Так. Ну что за фигня? Опа! Что-то разблокировалось. А возможно, это, короче, мини-игры или пазлы в магазине. А у меня магазина нет, и он у меня появится. Я не знаю, правда ли это. Возможно, нет. И это придумал лишь только я. Да чё вам не нравится? Я на зарядке. Так. Здесь зомби дед с газетой. Что это было за звук? Я не видел ничего. Да, молодец. Что это было? Ага. Значит, импостер среди нас. Опять что-то было? Это что? Это... Я понял, это звук этих солнцегрибов. Они выросли. Теперь 25 дают. Все. Да, вот новый еще вырос. А вот он злой, потому что он старый. Вы это знали? На самом деле это не так, но узнали. И я даже могу позволить сделать так и вот так. Если захотеть, можно все. Ставим еще один ряд. Здесь уже две волны. Будет у нас. Да блин! Забираем. А вот не здесь. Я говорил. Ну вот. Давай. А вот здесь вот уже реально жестко. Ну и вот Чондер, я думаю, сейчас съест. Здесь у нас тоже все не очень хорошо, знаете ли. Ой, а по времени у нас там много уже. Серия длится. Ну чё ты не ешь? 500 солнышек. 500. Их не на что тратить. Ну куда? Ну все, делаем еще это. И вот.
Так, ща я приду. У нас все здесь из-под контроля выходит. Не чемперы едят, а чемперов. Это... Хорошо, сейчас уже... Ну, мы выиграли, и на этом нужно закончить. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.